Здравствуйте, друзья! Оцените новость. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову высшую государственную награду республики. Представьте себе, и этой высшей государственной наградой Буркина-Фасо, такой страны африканской, является орден Жеребца. Представьте себе. Выдумать что-то более смешное было бы на сегодня трудно. И вот эта награда имеет 5 степеней: кавалера, офицера, командора, великого офицера и кавалера Большого Креста. И, соответственно, орден представляет собой звезду с зеленой каймой. В центре на аверсе размещен круг. Написано «Орден Жеребца» и нарисована голова лошади. Представьте себе, это все будет носить Лавров. И так далее, и так далее. «Единство, прогресс, справедливость» написано. Вообще, очень смешная эта история. Из города Уагадугу, куда сейчас ездит Лавров, никуда его в цивилизованный мир не пускает. Сотня стран приедет на организованный Украиной саммит мира в Швейцарии. А Лавров ездит в Уагадугу и получает там орден Жеребца. Это его африканское турне: Гвинея, Республика Конго, а потом после Буркина-Фасо отправиться в Чад. Надо сказать, что все эти страны, это страны, ну, беднее не придумаешь, что называется. Что Чад, что Буркина-Фасо и так далее. Буркина-Фасо, например, по ВВП на душу населения около $900 в год. И, ну, сравните, для, например, Люксембург 130 тысяч. Да, на одного люксембуржца приходится 130 буркина-фасовцев по ВВП на душу населения. И, честно говоря, это все выглядит, с одной стороны, как бог шельм уметит, да, а с другой стороны, кажется, что над Лавровым все смеются, или он уже сам над собой смеется, или его МИД над ним смеется, потому что ему то пиццу на шею повесят, ему вешали такую пиццу на Фиджи. А сейчас ему выдали орден Жеребца. Я думаю, что советские дипломаты и российские дипломаты, кстати говоря, достаточно квалифицированные были когда-то. Там Горчаков, например, Нессельроде какой-то-нибудь, или Громыко, да, в Совке. Они бы сейчас, наверное, ну просто увидели то, что произошло с российской внешней политикой. Они бы, конечно, были в шоке. Еще двойной интерес от этого всего, парадокс, что такое Буркина-Фасо? Это Верхняя Вольта, и очень долго в свое время называли Советский Союз Верхней Вольтой с ракетами, мол, голозадая, да, страна, отсталая, но с ракетами. И это было совершенно расхожее выражение, его ну, приписывали Маргарет Тэтчер в свое время. Считается, что это Маргарет Тэтчер первая, кто его употребила. Возможно, один из канцлеров Германии Гельмут Шмидт. Кто-то говорит, даже Киссинджер, еще раньше всех Киссинджер. Вот помер как раз год назад. Ну, вообще, придумать что-то смешнее было бы трудно. И похоже, что буркина-фасосцы, если это они сделали специально, то, конечно, да, уважуха, респект и уважуха, что называется. В юмор они умеют. Но если говорить о каких-то реальных вещах, которые там происходят сейчас, зачем он туда поперся, Лавров, никуда не берут. Просто. А страны Сахеля, так называемые, очень бедные, туда привозят каких-то вагнеровцев, тыщенку, да. Если, например, в Ливии их турки побили, вагнеровцев сильно, по мордасам, то, соответственно, в
в других странах на юг. Там 1000 вагнеровцев, 500, 300, это уже что-то. И эти страны, в которых происходят постоянно перевороты, это страны, которые из франкоцентричных организаций или вышли сами, или их оттуда попросили. А вот есть еще Мали такая и Нигер. Это такие страны. И буркинийская столица Уагадугу. То есть это страны, которые, ну, пошли не по очень цивилизованному пути, мягко говоря. Но, честно говоря, у них с их самого освобождения, кстати говоря, французы их выпустили в 60-м году. Практически всех одномоментно отпустили и сказали: идите на свободу, страны. И они пошли. Но французы там сохраняли влияние и как-то говорили, ну, лоббировали какое-то более приличное поведение среди элит этих стран. Вот. Но некоторые из них не хотят приличного поведения. Они там друг дружку, президент вице-президента и наоборот, все время сбрасывают. Вот в этом, кстати говоря, в этом Буркина-Фасо за позапрошлый год было два переворота сразу, и пришел нынешний руководитель. Военные перевороты, то есть то гвардия куда-то заедет, то армия заедет куда-то. Ну, это гвардия, армия, это громко звучит, но там где-то по 1000 человек в каждой организации. То они что-то между дуду собой бузят, то президента арестуют. Вот сейчас сидит, по-моему, до сих пор под домашним арестом. То еще что-нибудь такого же типа. Вот. Есть такое экономическое сообщество стран Западной Африки, ЭКОВАС. Вот. И, соответственно, они оттуда выходят. Денонсируют соглашение о военном сотрудничестве с американцами, кстати говоря, и с французами тоже. А и туда заезжают ЧВК Вагнер. И кстати, французы оттуда вышли. Их попросили, они вышли, нет вопросов. И что еще интересно это все? Что можно, конечно, предполагать, что это подает знаки сам Лавров, то есть он играет в невменяемость. Он, кстати говоря, давно этим занимался. Он понимает, что произошло с Риббентропом в свое время, понимает, что такое Гаага, да, он там был много раз, когда его еще куда-то пускали. И он просто косит под невменяемого. То есть если российский МИД публикует такую новость, зачем он это публикует, об этом ордене жеребца на официальном канале Министерства иностранных дел. То есть или его просто сливает его пресс-служба, да, или он сам делает вид, что он сумасшедший. Что с него возьмешь, да? Риббентроп сошел с ума. Когда он, кстати говоря, не сейчас начал косить Лаврова, уже давненько. Он очень долго любил называть Лаосскую народную республику, Луганскую, так называемую народную республику, Лаосской. Несколько раз все время тулил Лаосскую. Когда выступал на Генассамблее, он и там рассказывал о Лаосской. То есть Россия признает независимость Лаосской народной республики. Да. А еще перед этим он, кстати говоря, эту Лаосскую Народную Республику, то есть ЛДНР, так называемое, назвал гнойником. То есть он их называл гнойником в 2014 году. Я предполагаю, что таким образом он просто говорил, что нужно проект сворачивать. Ну, намекал, скажем так, российскому руководству, что это все играет во вред дипломатической позиционированию России. Но кто же их слушает, таких этих-то деятелей? Никто не слушает. И что такое верхняя вольта вообще? Верхняя вольта. Я уже сказал об экономике. Одна из беднейших стран, вот я посмотрел в одном из рейтингов, 206-я страна по ВВП на душу населения.
из 205 стран, которые признаны ООН. Как так получилось? Ну, наверное, включили некоторые страны, некоторые территории подмандатные или какие-то полунезависимые. И когда их включают, получается больше, чем 205. Вот, поэтому ВВП на душу населения, это, конечно, жесть. Экспорт, что может быть интересный? Экспорт, ну, 2,36 миллиарда долларов, это мелочи, 2,5 миллиарда. Но интересно, что одним основным экспортным товаром является золото. Для мафии, которая представляет собой российское нынешнее руководство, это удобный, скажем, механизм накопления, расчета и так далее. Вот. Поэтому вот такая вот история. Ну а мы не забываем помогать украинской армии. 47-я бригада, счет внизу. С Богом, друзья. До перемоги.